От первых боев до последних мы шли без хлебов и без снов. Союз 18-летних рабоче-крестьянских сынов. Именно молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистического общества, говорил Ильич на третьем съезде комсомола. Сегодня ленинскому комсомолу полвека. В одну из первых в Карелии ячеек Союза молодежи вступил Константин Николаевич Богданов. Слушаешь ветерана, и перед глазами снова юными встают первые комсомольцы, организаторы Союза рабочей молодежи в Петрозаводске. Встают подвиги чоновцев, бойцов частей особого назначения. И легендарный рейд по тылам врага, поход Тойва Антикайнена. От первых боев до последних. Юноши и девушки Карелии хорошо помнят ленинские слова. Всякий молодой человек, вступив в Коммунистический союз молодежи, взял на себя задачу помочь партии строить коммунизм. И комсомол всегда выполнял и выполняет эту задачу. Недаром на его знамени сияют высшие награды советской страны.